Вы, конечно же, можете попробовать приготовить хинкали в домашних условиях, но самые вкусные хинкали именно в Грузии. Я вот, допустим, пробовал хинкали у подножия Казбега, потому что хинкали в Грузии отличаются именно по количеству трав, которые добавляются в фарш. В каждом регионе эти травы особенно. Ну и самое главное, есть еще такая приправа, называется сванская соль. Если вы где-нибудь увидите в магазинах, если вдруг вам повезет, либо на рынке, сванская соль – это соль, перемешанная с различными травами. То есть это такой аналог кулинарных приправ, но исконно грузинская. Перчаточки у всех надеты? Похлопайте.